Всем привет! Продолжаем готовиться к экзамену категорию С. Тракторные права категории С. Машинист, тракторист, машинист. Итак, билет номер 2, второй вопрос. Движение вниз по кругу тому склону необходимо осуществлять. Как это делать? Если трактор катится вниз, неважно, не трактор какой-то, либо другое транспортное средство. Вот. А, в зависимости от скорости. Если он катится медленной скорости, то надо включить на первые передачи и катиться вниз. Вот так. Номер 3. Второй вопрос. Разрешается ли эксплуатация трактора, работающего с прицепом, если на нем нет, если на нем отсутствует знак автополос? В общем, тут запрещается. Это, знаете, сзади прицепа, если знак есть, нет, можно, конечно, ездить, но по факту. А официально, чтобы ответить правильно на этот вопрос, надо нажимать. Третий вопрос. Можно ли работать на самоходной машине с неисправными контрольно-измерительными приборами? Это, допустим, не показывает спидометр, не показывает моточасы, не показывает давление масла. А, кстати, не показывает моточасы, там не показывает еще другое топливо, например. Это, ладно, это другая беда. Самое главное, там должен показывать прибор давления масла. Самое главное, это надо знать. В общем, хорошо. Четвертый вопрос. Разрешается ли работать с прицепом с необорудованными тормозами, если его масса превышает половину эксплуатационной массы трактора? В общем, тут надо запрещается. Потому что если ты нажал на тормоз, трактор тормозит, а прицеп не тормозит, то он может юзом пойти. Следующий вопрос. Номер 5. Так. Можно ли ребуксировка на гибкой сцепке использовать эластичный материал? Запрещено, так как это может привести к травмам. Объясняю. Если вдруг трос порвался вот в этом месте, то он взлетит в эту сторону, этот кусок в эту сторону. Итого последствия, необратимые последствия. Далее. Допускается ли использование открытого пламени для подогрева масла поддона двигателя? Что это значит? Простой пример. Зима, на улице минус 30, минус 25, не важно. И чтобы завести трактор, не используя либо электрический котел подогревателя, который подсоединен под руку, а если его нету, то обычно греем картер, поддон паяльником, или да, только паяльником, открытым паяльником. И по практике это все делают, и трактор хорошо заводится. Но это может привести к последствиям, пожару. Неприятно. Если надо написать, надо здесь ответить, запрещается. Вопрос номер 7. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины, если рычаги управления рабочими органами не имеют надежной фиксации? Пример. Если трактор имеет гунт, то есть погрузчик,
ковшом. И у него рычаги плохо держат. Ну, причина того, что рычаги плохо держат, может быть во многих случаях. Например, плохо работает насос НШ, ну, скоро сломается, либо недостаточное количество гидромасла, то есть гидробаки, так далее еще. Надо нажимать здесь запрещается, потому что там так нельзя ездить, это может привести к травмам. Восьмой вопрос, он всегда медицинский вопрос. Каким образом необходимо уложить пострадавшего, если у него отсутствует или плохо прощупывается пульс, отмечается бледность в связи с кровотечением, кровопотерей? Потерял какое-то количество крови. И чтобы бледность возобновить, не бледность, надо ему поднять ноги, а точнее низким положением головы приподнять ноги ногами. Надо цифра 2. Завершаем. Молодцы. С такими движениями мы отметили на все вопросы на отлично. Подписывайтесь на канал, не стесняйтесь. Будущие трактористы, смотрим билеты следующие. Следующие билеты будут в следующих видео. Все, всем пока.